есть, понимаешь, есть такое понятие. Тебе нравится определенное количество танков и определенные танки, которые ты хочешь на них играть. Тебе они нравятся. Нахуя их ломать, блядь? Я вообще не понимаю. Я тебе вот я объясню на примере Е-50 девятки. Вот танк, да. Ты на нем играешь, тебе на нем нравится играть. И большинство людей на нем нравится играть. Почему? Потому что танк нагибаторский, потому что у него хорошее пробитие, хорошая альфа, он танкует, соответственно, на нем высокий процент побед. Соответственно, этот танк выбивается из общей массы, потому что ну, на нем легко играть. В принципе, поэтому он всем и нравится, потому что на нем легко играть. Соответственно, раз на нем легко играть, значит он танк имба. Соответственно, у него больше всего процентов побед, больше всего средний урон, там больше всего на нем людей играют. Вот этот танк нужно нерфить, потому что, ну, значит, на этом танке легче играть, чем на остальных.
on this area. Another win.